Когда денег становится меньше, их нужно тратить более рационально. В этом убеждены городские депутаты. Они приняли самое активное участие в разработке муниципальных программ. Всего подготовлено 75 рекомендаций. Из них большинство доработаны и приняты мэрией. На мой взгляд, приоритетом 2016 года должно быть, с одной стороны, сохранение финансирования всей социальной сферы, а у нас бюджет больше, чем на 80% состоит из расходов социальной сферы, и мы должны ни в коем случае, даже в такой сложной экономической ситуации, не ухудшить положение нашей социальной сферы. А второе, мы должны сконцентрироваться на программах благоустройства и дорожной деятельности. Дороги – одна из ключевых проблем города Ярославля, и, наконец-то, мы нашли взаимопонимание с областным правительством, с губернатором Ярославской области, с областными депутатами. Они говорят о том, что средства областного дорожного фонда на город Ярославль могут быть увеличены в следующем году в 2-3 раза. Это действительно одна из основ. Мы по дошкольному образованию договорились о дополнительном финансировании более чем в 400 миллионов рублей. Сейчас идет о том, что мы получаем дополнительно порядка 400 миллионов рублей на дорожную деятельность. Вот эти все миллионы, точнее сотни миллионов договоренностей и сотни миллионов помощи областного бюджета должны финансовую ситуацию в целом стабилизировать. Мы должны часть расходов поделиться с нашими коллегами по области, и это существенно исправит ситуацию в городе Ярославле.